И всем здорово, пацаны, у микрофона, как всегда, Rush, пацаны, Хэллоуин пришел, стандофф 2.0.14.1 админы выкатили, поэтому срочное включение нам вели, ребятки. Хэллоуин с Чармс паки, ребятки, посмотрите, брелочки, сексуальные, ребятки, в общем, короче, сегодня мы закупим просто херову тучу этих брелков, потратим опять кучу денег на голду, ребятки, сегодня я решил задепать прям, ну, много голды, много, поверьте мне, поэтому обязательно смотрите ролик до конца. Если мне сегодня не выпадет аркана, это будет жопа. Но тут такие классные арканы. Вы только посмотрите. Вот этот вот паучок с встречающейся попкой. Вот это вот коса. Вот это вот, посмотрите. Анимирована. Так круто. Реально, ребятки, Хэллоуин в станке в этом году удался. За это лайк, ребятки. Ну и по традиции, ребятки, итоги прошлого конкурса уже у тебя на экране. И каждый лайк под этим роликом будет равен одной голде. Ставьте лайки. Сколько лайков соберете, столько голды и получит кто-то из вас. Для участия нужно всего лишь досмотреть этот ролик от начала до конца, без перемоток. Это самый важный пункт, ребятки. Также подписаться на мой канал обязательно с колокольчиком и оставить комментарий с твоим ID в стандофф 2. Все, условия предельно простые. Тем, кто кушает, желаю приятного аппетита и всем приятного просмотра. Погнали! Залетел на бюджет стандофф я. На моем балансе 3 нуля. Снова отгул кейсы раза два. Выбил себе нож, он у меня. Ты спросил, откуда у меня нож? На джиджи стендов, ты тоже так можешь. Покрутил рулетку и ввел промокод. Выбил себя на баланс, я рублей 500. Ссылка в описании, загляни сюда. Там есть промокод на пополнение. Крути барабан и забирай призы. Изи дроп, изи нож, слышь, ты брать несы. Ну чё, пацаны, давайте донатить стандофф 2. Вот так вот просто заходим, нажимаем 3000 голды. И кулаку вот до нажатия просто списываем бабки с нашего счета, ребятки, платеж выполнен. Но, 3000 голды, это довольно мало для нас, ребятки. Довольно мало для наших целей. Поэтому стандофф 2 сегодня сожрет у нас, ну, неимоверное количество голды. Потому что мы покупаем еще 3000 голды, пацаны, сходу. Просто выполняем платеж, отдаем аксельболту на деньги. На, забирай все, что у нас есть. Просто, пацаны, еще 3 косаря голды прилетает нам. Но, вы думаете, это все? Нет, мы покупаем еще 3 косаря голды. Короче, пацаны, аксельболту мы сегодня просто переписываем все свое имущество за брелки Хэллоуин коллекции. Ну, сексуальную коллекцию, я думаю. Ребятки, во-первых, что-то чуечка такая, знаете, что сегодня арканочка выпадет. А во-вторых, ну, я думаю, ребят, эти брелочки будут стоить в дальнейшем намного больше. Поэтому давайте купим еще касик голды. Еще касик голды. Студию, пожалуйста. Студию. И еще касик. И еще, наверное, касик, да? Да, а чё мелочиться? Давайте еще касик купим. Почему нет? Так, есть. 10 косарей голды, 10 тысяч голды на счету. Ой, дурак. Что такое? Зачем я это делаю? Я не знаю, просто берет и сжирает все мои деньги. Еще забирает. Забирай все, забирай, аксельболт. Забирай. Еще 500, пацаны. Я не знаю, это очень жалко деньги. Сейчас все деньги закончатся просто на счету. Все деньги съел собака. Все деньги сожрал. Короче, ладно, пацаны, окей, все. Не переживаем. 11500 голды на балансе. Заходим и покупаем просто на все 11500 голды 23 Хэллоуин пака, пацаны. Я не знаю, возможно, я дурачок, что сейчас я их открою, ребятки. Потому что, скорее всего, эти Хэллоуин паки будут дороже намного стоить. Но, возможно, и не дурачок. Возможно, мне сейчас выпадет аркана, брелок, и будет вообще сексуально. Погнали открывать. Поехали, пацаны. Пацаны, первый кейсик. Не дай бог, ты мне сегодня аркану не дашь. Это будет Габелла. Мне не нужны твои рарки. Оставь их себе. Не, ладно, оставь мне их в инвентаре, но, пожалуйста, дай мне аркану. Надо бустить, наверное, пацаны. Я не знаю, если эта скотина сегодня мне не даст аркану, то это будет Габелла, пацаны. Че, эпик? Эпик. Как-то очень странно они открываются, очень лагают эти кейсы. Но эпик, это уже неплохо, я думаю. В будущем так вангую, пацаны, что это будет стоить в районе, наверное, косаря голды. Вообще эти кейсы что-то лагают дико. Ну дай, пожалуйста, мне аркану, ну молодой. Опять эпик. Неплохо, пацаны, слушайте, ну чуйка. Думаю, арканку он сегодня нам дропнет, потому что, видимо, шансы на выпадение довольно-таки хорошие. Ну, я не думаю, что они на ограниченные серии кейсов. Хотя, о, оп, эпик. Нет, ну пожалуйста. У меня, кстати, такое уже есть. Я на стриме сегодня выбивал, пацаны, 3 кейса открывал, мне выпала легендарочка. То есть шансы есть. Если стикеры паки открываешь, легендарочка
легендарку выбить очень маленькие шансы. Ой-ой-ой. Как тупо он останавливается, он очень замедляется прям максимально медленно. Ты сожрал столько денег у меня, просто сожрал столько денег, и ты мне сейчас не дашь мою аркану? Ты что, охренел? 11 500 голды. Да, это жестко. Дай мне аркану за 11 тысяч голды, ты что? Ты издеваешься надо мной? Очень странно крутится. Но хоть эпики это уже неплохо. Просто они убывают. Чё? Где мои кейсы? Ну да, после обнова крыштанок лагает, пацаны, придется перезаходить. Просто кейсы улетают, осталось там буквально 10 штук, блин, и он мне не хочет отдавать ей аркану мою, я уже столько открыл. Вы просто представьте, вот мы сейчас открыли всего 5 кейсов. Но, пацаны, если задуматься, то это 2500 голды. Это 2000 рублей почти, блин, это очень обидно, на самом деле. Я не понимаю, что мне делать. Я не понимаю, но я максимально хочу сегодня надеяться, что мне с 11 косарей собака, вот эта вот скотина, блин, стендов, выдаст аркану. Пожалуйста, мне нужен вот этот... Я не знаю, зачем он мне. Я честно не знаю, пацаны, зачем мне вот этот вот светящийся брелок. За брелок отдавать 500 голды. Но за редкость. Ладно, я хочу быть крутым. Хочу быть классным. Хочу потратить просто впустую деньги, пацаны. Пожалуйста, аркану, ну пожалуйста, 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 прошу тебя, мне нужен брелок арканы. Аркана? Блин, ну стендов 2. Ну мне не надо рарки. Ну, пацаны, хотя я надеюсь, что эти рарки, даже брелки, наверное, будут стоить. Блин, он еще и инвентарь у меня забирает, пацаны. Я надеюсь, хотя бы вот эти вот рарки, брелки будут, ну хотя бы голды по 300 стоить. Это уже бы как минимум окупало хоть какие-то затраты, блин. Аксел Болт, пожалуйста, почините стендов 2. Почему вылетает каждые два кейса? Алло, где мой инвентарь? Почему он у меня его забирает? Перезаходим. Понимаете, сожрать 11 500 голды, мало того, что ничего не давать, так еще и вылетать, блин, каждые 2 минуты, это не очень классно, Аксельбол. Но хэллоуиновское обновление, кстати, классно, ребятки, мне очень понравилось. Особенно новый режим, ну, достаточно прикольный. Как это, как Квиддич, короче, в Гарри Поттере, вот что-то типа того. Настюха, ты любишь Гарри Поттера? Вот, нам Квиддич ввели в стендов 2. Во, пацаны, все, давайте, пожалуйста. Очень лаганные паки, честно говоря, вот прям очень реально подвисает. Я надеюсь, что даст аркану. Пожалуйста, аркану. Нет, даже не думай. Хорошо, хоть эпик, ладно. Но мне не нравится. Сколько у нас? Пацаны, осталось 15 паков. О, еще 15 паков. Нифига, мы только 8 открыли. Ну, это 4000 голды, пацаны, блин. Ладно, давай. Нет, вот это вот мне не надо. Вот это, давай, стендов 2. Пожалуйста, прекращай вот это свою деятельность дурацкую. Можешь, пожалуйста, мне выдать арканку? Вот всего 2 арканы, пацаны, блин. Ну, как бы, как обычно, конечно. Ну, хотя бы легендарочку-то докати, алло. Стендов 2, мне нужна аркана. Слушайте, а может быть? Стик паков-то остается все меньше и меньше, пацаны. Блин. Что-то как-то попочка начинает подгорать, потому что, блин, 11 500 голды, это вот на дороге точно не валяется. Стендов, не надо. Нет, ты не шути надо мной так, пожалуйста. Так, пацаны, спокойно, Денис. Может быть, по тактике забустить рарки, все запустить и дать аркану? А? Метеор. Рарочка. Пацаны, напишите в комментариях, как думаете, сколько будет стоить рарный вот этот вот брелочек в будущем, когда эти брелки выведут на рынок станки. Пожалуйста, прекрати вот это издевательство. Вот мне вот эпики вообще далеко не сдались, мне нужны арканы. Я купил на 11 500 голды. И ты же прекрасно понимаешь, стендов 2, что я не окуплю эти 11 500 голды вот этими твоими эпиками. Ну, кстати, выглядит классно. Выглядит реально классно, но я хочу брелочек с анимацией. У меня осталось всего, пацаны, чуть-чуть, ну пожалуйста, аркану, ну пожалуйста. Скорее всего, он думает, что, ну, я же тебе со стикер-паков дал, как бы, прекрати, пожалуйста, просить. У меня 5 боксов осталось, 5 боксов. Ну, хватит, пожалуйста, вылетать. Короче, пацаны, Аксельбол, почините игру, пожалуйста, молодые. Ну, блин, и дайте арканы. Может быть, то, что у меня вылетает, это, конечно, знак того, что сейчас, ну, как бы, я тебе дам. И вот только не надо мне потом писать в комментариях, пацаны, типа, Раша...
хотя пишите. Ладно, поехали, пацаны, поехали. Надо, пожалуйста, Аркану. О, эпик. Ну, хоть эпик, знаете, я думал уже рарка. Пацаны, 4 кейса. 4 кейса. Пожалуйста, мне нужен нормальный брелок. Я закинул 11,5 тысяч голды. Ты мне даешь рарки и эпики. И ни одной легендарки. 500 голды за один бокс, пацаны. Ну, это реально дохрена. Это очень много. Собака, ты вонючая, сутулая. Ты, пожалуйста, прекрати, пожалуйста, я тебя умоляю. Два бокса, пацаны. Аркану. Аркану, пожалуйста. Аркана пролетает. Две арканы пролетает. Пацаны, все, короче, последний бокс. Я отворачиваюсь. Нажимаю кнопку открыть. Поворачивайся, там аркана, пожалуйста. Поворачивайся, там аркана. Поворачивайся, там аркана. Поворачивайся, там аркана. 11,5 тысяч голды. Итого, пацаны, за 11,5 тысяч голды, ну, на самом деле нет, эпиков довольно-таки много навалил. Получается, у нас было 23 кейса. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 13 эпиков, то есть 13 эпиков. О, да хватит пропадать. 13 эпиков, 10 рарок, пацаны. 13 эпиков, 10 рарок, ни одной легендарки, ни одной арканы. Минус деньги, минус голда, пацаны. Это что такое, Аксель Болт, вы что ввели? Просто можете объяснить? Я понимаю, ладно, блин, ладно, кейсы со скинами. Кейсы со скинами, которые хотя бы на рынке можно продать. Но Axel Bolt, ну пожалуйста, камон. 11,5 тысяч голды. Пацаны, это еще раз доказывает, что в Standoff 2 донатить вообще не стоит, по-моему. Ладно, ребятки. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем огромное спасибо, что поддержали лайком мой слив денег. У микрофона, как всегда, был Rush, ребята. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока. Я ухожу в тильт. Всего доброго. А? Эффектно ушел, да? Пока.